Господа, решили представить вам боксера, который сейчас находится в ринге. Оба боксера являются победителями суперевропейского шоу «Короли Евроспорта». Дамы и господа, в синем углу ринга, боец, чей возраст 30 лет, рост 1 метр 75 сантиметров, вес 92 килограмма 800 граммов. На профессиональном ринге провел 7 боев, 7 побед. Поражений не имеет. Дамы и господа, в синем углу ринга представитель Болгарии Милен Пауна. В красном углу ринга боец, чей возраст 30 лет, рост 1 метр 78 сантиметров, вес 95 килограммов 700 граммов, профессиональный рекорд. 6 боев, 6 побед, 3 победы нокаутом, поражений не имеет. Дамы и господа, красного ринга, Константин Пежеров, Молдова, Америка. Боксеры центра ринга. Айкана сику воять. Циркус, блядь. Первый раунд. Let's get to him, man. Good, let's get to him, man. Итак, дорогие друзья, хочет первый раунд. Национальная ассоциация профессионального бокса Молдовы. Федор Бельдига представляет вашему вниманию супербой «Королевский вес». Победители шоу «Короли Евроспорта».
Милен Паунов, синем углу ринга, Болгария, и Константин Бежинаро, Молдова, красного углу ринга. Итак, дамы и господа, у нас находится сейчас в зале еще один уникальный суперчеловек. Действительно суперчеловек. Именно так можно назвать параолимпийцев. Аплодисменты. Олег Крицу. Чемпион олимпийских параолимпийских игр. Итак, закончим второй раунд. Хотелось бы еще раз сказать несколько слов о международном фонде. Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта. Вице-президентом фонда является Валерий Заболотный. Президент-основатель Григорий Карамалак. Прошу прощения. Президент-основатель Григорий Карамалак. Председатель попечительского совета Артур Таймазов. Великолепная команда. Фонд ИФ АВИС. Дамы и господа, аплодисменты. ИФ АВИС. Партнер проекта «Профессиональный бокс», который представляет ваше внимание Национальная ассоциация профессионального бокса Молдовы. ИФ АВИС. Фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта. Международный фонд помощи спортсменам, инвалидам и ветеранам. Итак, дамы и господа, третий раунд. Thank you.
Молдова, поддержим бойцов! Давайте еще раз поаплодируем. У нас находится в зале Олег Грецу. А представитель дзюдо, четырехкратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, паралимпиец. И еще раз давайте поаплодируем. Тимофей Скрябин, Молдова. Призер Олимпиады. И сегодня у него день рождения. Вот такой подарок Национальная ассоциация профессионального бокса сделала этому замечательному человеку. Огромное спасибо ассоциации, огромное спасибо генеральному партнеру Федору Бельдига. Федор Бельдига, профессиональный бокс Молдова. Четвертый раунд. Thank you.
Уважаемые друзья, я бы хотел бы искренне выразить благодарность и сделать так, чтобы вы присоединились к этой благодарности. Человек, который не спал всю ночь перед этим турниром, участвовал в организации, устанавливал заметку, бригады, которая обслуживает сегодня весь вечер. Давайте выразим благодарность промоутеру сегодняшнего турнира Георгий Федоров! Спасибо, эти аплодисменты для вас. Пятый раунд. Повстречай, Костя, повстречай. Вот так, молодец. Постреливай его с дистанции, повстречай. Не бросайся, повстречай. Вот так! И дорабатывай! Держись, не держись! Разорви дистанцию с ударом! Точнее, точнее встречай! А мы вернулись на парбу. Напоминаю, Милен Паунов, синий угол ринга, Болгария.
И красного угла ринга Константин Беженару. Константин Беженару. Титульный бой. Бой за звание чемпиона мира. Финальный бой сегодняшнего вечера. Насаждаю, да. А, мы нормально, где мы его расстроим? Мы интересам колокаун. А? Мы интересам колокаун. Так, спать Беженару, да. Так и ну. Встречай, Костя! Вызывай, встречай! Да не бросайся ты! Там разве? Валяется, коллектор.